Привет всем! С вами Ирина, и вы на канале об алмазной вышивке. И сегодня у нас будет очередное открытие вот такого пакетика. Вообще, вы, наверное, подумаете, что у меня что ни день, то новый заказ, что ни вечер, то новая доставка. Но это не так. У меня, как скромный человек, я заказала две посылочки в апреле, один заказик был произведен в мае, и такой мини-мини заказик я сделала в июне. Вот. В общем-то, в скобочках написано от разных-разных продавцов. Ну вот, значит, вообще я очень люблю получать такие сюрпризы. Знаете, какого рода сюрпризы? Вот когда у тебя в приложении, в уведомлениях написано, что твоя посылочка где-то прохлаждается в Нью-Джерси. Вот, Нью-Джерси от меня где-то примерно 5-6 часов, может быть, езды на машине. Вот, а ты идешь к своему почтовому ящику, и хопа, там такой нежданчик, там такая большая посылка, она же прям вылазит из твоего почтового ящика и помещается вся целиком. Вот. Сразу такая эйфория, становится так радостно на душе, поднимается настроение, вот. И, в общем-то, сегодня у меня такая посылочка, я уже примерно знаю, от какого продавца она, потому что тут написан размер, вот. И, в общем-то, это продавец Хуакан/Хуасан, не знаю, как правильно будет говорить, вот. И сегодня с утра я увидела у Юли, у мадам Алмазкиной, тоже вскрытие от Хуакана, такого замечательного котика, вот. Значит, она, у нее там вообще такой, в норке у нее лежит столько всего, вообще. Вот, ну у меня тоже норка есть, вот. Но сейчас приступаем. Вот такой пакетик. Первый раз буду открывать заказик от Хуасана Хуакана. Вот, смотрим, значит, вот, немножко, вот у нас помята коробочка. Я буду доставать свою картину, там одна картина. Вот видите, как помята она. Наверное, в Нью-Джерси кто-то там помял ее, походил по ней какой-то слон. Но главное, если она помята, главное, чтобы внутри не было никаких заломов, замятостей. Посылочка от Хуакана. На русском языке написано «блестящая алмазная вышивка». Вот, конечно, она немножко вот, о, открылась. Вот. Это мой первый опыт с Хуаканом. Значит, размер этой картины 60 на 80, но, скорее всего, она будет меньше, конечно. Значит, я ее сейчас открываю, она тут была замотана. Ленту. Значит, вот как... Пришел нам такой заказик наш. Сейчас я достану вот стразики. Я стразики отложу много. Стразики квадратные, между прочим. Так. И вот такая картинка. Я очень ее ждала, эту картину. Сейчас вам скажу, сколько цветов. 48 цветов. Значит, что у нас здесь? Цифры. Какие-то символы, буквы. Так. Вот такая картинка. Вы знаете, это остров. Это остров. Вот, и, в общем, там такой как бы городской пейзаж. Вдали у нас как бы холмы такие зеленые. Знаете, вот такой остров есть. Есть два острова. Британские Виргинские острова и американские Виргинские острова. Вот, зеленая бирюзовая вода и холмы зеленые, вообще супер. Так, давайте я открою. Ну, в принципе, вот этот такой остров, он может быть и, не знаю, в Доминикане тоже. С холмами с такими зелеными. Итак, значит, продавец Хуакан. Посылочка, значит, я ее заказала 18 мая, и она пришла ко мне, какого, 15,
Вчера пришла, по-моему, 14 июля. Квадратные стразы, размер 60 на 80, всего полотна, 48 цветов, квадратные стразы. Я думаю, как попугай буду сейчас вам повторять все. Значит, полотно само намотано на валик, что очень радует. Так, я не знаю, как я буду ее открывать. Вот так. О, что мне нравится, вот девчонки, как когда показывают свои хуакановские картины, да, то тут видно, что вот эта клеящая основа, она как бы разделена на полосы, то есть очень хорошо, удобно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть полосок. Давайте сейчас открою и покажу вам. Значит, да, это изображение, вы знаете, что там? Как бы тропический остров. Постараюсь открыть. Покажу вам распечаточку. Вау. Так. Главное, когда открываешь, да, то надо смотреть, чтобы слой вместе с этой липкой лентой не отклеился. В принципе, я считаю, что здесь все гладенько. Тут какая-то лента налеплена опять. Так, убираем. В общем, я рада, что я заказала эту картину. А, эта картина будет вертикальная, да. Вертикальная картинка. Вообще, моя тематика, я люблю очень картины такие яркие, красочные, да, цветы, животные, пейзажи какие-нибудь, вот, ой. Павлинов я обожаю. Вот это моя тематика. Ну вот, я почти открыла. Вау, полотно ровное. Сейчас покажу вам перчатку. Очень ровное полотно. Ну, правильно, оно было намотано на валик. Что вы думаете? Вот. А, значит, надо встать таким образом. Значит, вот, посмотрите, что открывается нашему взору. Значит, вдалеке сверху у нас там вот эти холмы. Это не горы, это холмы. Они такие зелененькие, классные. Вот, значит, дальше море, да? Лазурный берег у нас. Вот, наверное, бухточка там, бухта. Вот, и по бокам у нас домики, вот, и кофеюшки какие-то, вот, и лестничка идет вниз. Я думаю, что с размером я не прогадала. Вот. И сюда я впаяю еще, наверное, там, где цветочки, да, вот, допустим, вот, цветы в окне, я впаяю, наверное, вот эти эйби-стразы. У меня есть и красные, и розовые. Я делала обзор на эйби-стразики. Вот, стразики с перламутровым напылением. Вот, посмотрите, какая красота. Вау, супер. Так, смотреть, сядешь и смотришь на эту картину, и успокаиваешься. Особенно зимой, когда вот снега навалит по полтора метра. Что ж, дверь не открыть. Так сразу хочется куда-нибудь смотануться. В такой рай, уголочек такой. На земном шаре. Так, значит, пропечаточку я вам не показала. Значит, смотрите. Вот эти символы, в принципе, они такие. Знаете, что я заметила? Да, так же, как у Тани Алмазной Королевы. Значит, картина, вот она вертикальная, да? Но идет распечатка, да, вот символы, как нужно смотреть, да? Вот так. Но, в принципе, разницы никакой нет, потому что это квадратные стразы, да? Но, как бы, немножко удивляет. Обычно так, если вертикальная картина, то значит вот эти буквы, да, они расположены, должны быть расположены вертикально. Особенно если шестерки, девятки, да, то там нужно, конечно, очень так внимательно смотреть. Так, что я здесь вижу? Это не шесть, вот это такая загогулина здесь. Это не шесть, это загогулина. Здесь есть 6, что-то непонятно, на что я смотрю. Загогулина, наверное.
вот. Буковка Б, буковка Д, буковка А. Вот и море. Так, давайте вам покажу. Значит, я отодвину сейчас свое полотно свое. Вообще полотно такое, оно, видите, ровненькое тоже. С печатного станка. Ровненько. Еще раз вот такая картиночка здесь так. 48 цветов. И вот опять же надо смотреть, значит, считаем, когда стразики, то вот здесь количество, например, 576 цветов, значит, там будет один пакетик, да, 2044, или там 4632, должно быть уже несколько пакетиков, а не один. Или пакетик должно быть больше. Значит, сейчас вам быстренько покажу. Какой я. Стразик я пересчитаю потом. Итак, в пакетах, как всегда. Вот видите, значит, цвета у нас, вот один такой большой пакетик, квадратные стразы. Ну, в принципе, видно, что стразики хорошие, девчонки хвалили. Там есть дырочка вот посередине, значит, с плоской стороны. Ну, я думаю, никаких, у меня там же были дырочки, в других проектах я делала, все нормально. Значит, цвета. Такие у нас яркие цвета есть, красненькие, да, это, наверное, у нас цветочки. Такой цвет фуксии, вот, красный, бордовенький такой. Значит, вот еще. Значит, нежные такие, розово-лиловые. Качество хорошее, вот смотрите, да? Никаких там юбочек, ничего такого не присутствует. Посмотрите, какой фиолетовый. Вот голубенькие цвета пошли. Смотрите, какой есть такой мятный. Я тоже большая кубочка, мятненький такой. Вот, голубенький. Красота. Очень обожаю голубые цвета, бирюзовые цвета красивые. Вот еще такой есть. Так, желтенькие. Вот. Очень миленькая такая картинка. Вот, это как у нас, так, это у нас так темный, синий, почти черный. А, нет, это 310-й, вру. 6960 стразинок, 310-й наш, всеми любимый. Надо посмотреть, 310-й, да, ну, в принципе, так все ровненько, все стразинки такие ровные. Такие крупненькие, вот, еще зелененькие. В принципе, неплохо. Так, еще раз вам покажу все цвета. Такие хорошие. Так, сейчас, минутку, сейчас я сгоняю, покажу вам кое-что еще. Бегом назад. И теперь я вам похвастаюсь. Значит, все, эту картину мы рассмотрели, мне понравилось. Стразики хорошего качества, полотно тоже такое ровненькое, гладенькое, без никаких изъянов. Вот, спасибо Хуасану Хуакану. Сделал очень большой, хороший обзор. Вот, а теперь похвастаюсь вам. У меня совместный проект с девочками. Вот мы картину выкладываем в домик, коттедж в деревне. Вот, смотрите, я уже разложила свои, какие красота, разложила свои стразики по контейнерам. Вот здесь вот эти стразики у меня, розочки. Красота какая, да? Вот. Но это еще не все. Это у меня вот такие три контейнера по 12 бутылочек и один контейнер по 24. Смотрите, какая красота. Я пишу символы здесь, только символы. И потом уже, когда остаются стразики, я наклеиваю DMC номер, также, чтобы знать. Значит, та-дам! Моя картина. Сейчас вам покажу, какая красота. Значит, вот эта сторона у меня здесь вот AB Drills, вы видите, я два вида AB Drills.
такой темно, такой светло, такой светло-бежевый и немножко розоватый. Это вот дерево. Смотрите, какая красота, да? Вот сколько я сделала. Там тропинка, вот деревья цветущие, вот тропиночка, другие кустики какие-то, да? И вот начинается у нас озеро и лебеди. Лебеди будут сделаны из белых перламутровых эби страз. Страз с перламутровым наполнением. Вот еще раз. Совместный проект прогрессирует. Вот, кстати, у Тани Алмазной, королева, у нее тоже, она выложила видео, как происходит ее продвижение. Вот, домик в деревне. То есть, Танюша, мы с тобой как бы начали совместный проект, считается также. Вот, ты домик выкладываешь, и я домик выкладываю. Вот, ну все, наверное, все, девчонки, я буду заканчивать. Вот, спасибо большое за внимание. Оставайтесь со мной. Всем пока!